В новый сезон с новыми акциями. Ставки по вкладам в рублях повысил Сбербанк. Постоянные клиенты уже оценили предложение с весомой выгодой. Среди них и Сергей Кутушов. Для него это отличная возможность, наконец, реализовать задуманное. Я давно хочу накопить на новую машину, но никак не получается это сделать самому. Вот. Решил сделать вклад на 2 года. Удобен тем, что с него нельзя снимать средства в течение этого времени. Сегодня Сбербанк предлагает линейку вкладов, которая удовлетворит любые цели клиентов. Один из видов – депозит с возможностью пополнения счета. Его можно использовать как копилку, что очень удобно. Не нужно открывать новый счет, достаточно добавить деньги к вложенной сумме, и проценты будут начисляться на большую сумму. Есть и вклады, по которым возможно частично снимать средства. Среди новых предложений Сбербанка – вклады «Онлайк» и «Весомая выгода». Вклад «Онлайк» без возможности пополнения либо частичного снятия денежных средств. Открыть вклад можно только дистанционно. Вклад принимается до 24 сентября текущего года. Сумма вклада от 10 тысяч рублей, срок от 1 либо 2 года. Вклад «Весомая выгода» также без возможности частичного снятия либо пополнения денежных средств. Открыть можно как дистанционно, так и в офисах банка. Принимается вклад до 30 сентября, сумма вклада от 1 тысячи долларов США, срок от 6 месяцев до 3 лет. По словам специалистов, важно найти золотую середину между доходностью и надежностью при выборе банка для вклада. Принимать их могут только банки, у которых есть соответствующая лицензия Центробанка. Также все надежные банки должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Эта программа существует во всех странах Евросоюза. Аналогичная система есть и в России. Ее оператором является у нас в стране государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Собственно, перед размещением любого депозита аналогично требует понять, есть ли у конкретного банка соглашение с данной корпорацией и, соответственно, понять, застрахован ли их вклад. При желании открыть вклад важно понять, на какой срок вы готовы положить деньги в банк. От этого будет зависеть процентная ставка. Чем дольше срок, тем она выше. Однако, если вы заберете деньги раньше, чем предусмотрено условиями договора, то не получите процентов, на которые рассчитывали. И, конечно, необходимо разобраться, как выбрать более выгодный вид вклада и на что требует обращать внимание. Наш герой выбор сделал сразу. Сбербанк считаю самым надежным, поэтому я его выбрал. Кроме того, у него повысились ставки по вкладам, и считаю, что самое время вложиться во что-то стоящее. В Сбербанке также действуют особые условия по вкладам для пенсионеров, а на некоторые вклады начисляются повышенные проценты при открытии онлайн. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.